Доброго времени суток, уважаемая психологическая комьюнити, YouTube. В продолжении нашего разговора о кратком отборочном тесте я хочу вам предложить маленькое видео, посвященное бланку ответов на данный тест, стандартизированный тест. Значит, тест создан в программной среде Microsoft Excel, помещается на страницу формата А4, прекрасно распечатывается. Ширина клеток составляет 51 пиксель. Высота основных ячеек 30 пикселей. Этот тест-бланк находится на столе у испытуемого. Если проводится, опять же, бланковое тестирование, не компьютеризированное, тест позволяет себя компьютеризировать, то есть его можно, значит, пройти в компьютерном варианте. Он у нас присутствует в лаборатории, специалисты лаборатории включают компьютеры, значит, испытуемый садится за компьютер и приступает к ответу на этот тест. Но, тем не менее, если такая возможность отсутствует, соответственно, тест может быть предложен в бланковом варианте. Значит, бланк представляет из себя, вверху идет таблица, где испытуемый самостоятельно заполняет свою фамилию, имя, отчество, возраст. Лучше это делать в цифрах. Предположим, там 22, 05, 74. Поскольку в дальнейшем при обработке результатов эти данные понадобятся нам. Пол, дата обследования и код ЛПФО. Он может записать его самостоятельно, если об этом его проинформирует специалист-психолог, или же, соответственно, специалист в дальнейшем может самостоятельно этот код вписать. Также учитывается образование и специальность человека, если это происходит в каких-то ситуациях, допустим, трудоустройства, мониторинга персонала какого-либо предприятия, организации. Надо сказать, что тест, в силу того, что он является стандартизированным, предоставляет большие возможности для дальнейшего анализа, то есть можно провести методами математической статистики ряд сопоставлений, выявить какие-то внутренние закономерности, факты, дифференцировать лиц по определенному уровню. В следующих видео мы с вами об этом обязательно поговорим. Вы увидите наши нормативы по данному тесту. Соответственно, опять же, как и на инструкции, бланке инструкции к тесту, дается дополнительная инструкция на бланке ответов. Предлагается человеку сосредоточиться, положить ручку справа от себя и ждать команды. Повторюсь, напомню, тест ограничен 15 минутами продолжительность его. То есть специалист-психолог дает команду, засекает время и испытуемый приступает к ответу на вопросы. Бланк достаточно прост, 50 вопросов, и, соответственно, человек может сюда что-то вписать, поставить какую-то букву, цифру и так далее, как это предполагает стимульный материал самого, собственно, теста. В конце бланка идет благодарность испытуемому за работу, подпись обследуемого, которая подтверждает, что именно он прошел этот тест. Ну и, соответственно, специалист в дальнейшем для удобства может на этом же самом бланке подсчитать количество правильных ответов и своей подписью удостоверить, что он эту работу провел, провел обследование и, соответственно, подтвердить достоверность полученных тестовых данных. Вот такой вот небольшой бланк. Так это все выглядит, формата А4. На этом все. Благодарю вас, спасибо за внимание, удачи!